в восьмую сумму многоборья, и она проигрывает 15 сотых, даже Альмуденсу достала. Хотя та, казалось бы, ну, совсем не претендует на какую-то потрясающую экстремальность своих упражнений. Значит, действительно, и у той, и у другой нынешняя Олимпиада – это возможность наслаждаться участием, а не мучиться борьбой за победу. Вот Анне Бессоновой достается последний вариант. Не раз говорила, что она сама себе подбирает музыку, работает со специалистами, компонуя звуки в нечто единое целое. И практически все музыкальные сопровождения ее многоборья, да и костюмы, да и сами движения, конечно, вплоть до выражения лица, создают, она принимает участие, создавая некий целостный образ героини. Я просто поймал себя на том, что у нее фактически не было вариантов. Потому что соперничать с Канаевой, Капрановой, Сессиной, даже не попавшей на Олимпийские игры в основной состав, в легкости какой-то такой, да, у Анны шансов практически нет. Ей кровь из носу надо отличаться от российских конкуренток. Потому что только так она может именно бороться за победу. Мне так кажется. Тем более все знают историю ее карьеры. Как долго она в одиночку фактически бьется за Украину. То есть вот то, что мы видели, иначе и быть не могло, скажем так. А теперь Александр расскажет нам о техническом насыщении упражнения.